Да, будем делать на голову, да? Так, да, но только на голову будем делать. Давайте спросим, какие у пациента проблемы. Анамнез-свита. Да, вроде все хорошо. Все хорошо. Ну, сейчас пациент думает, у него все хорошо. То есть до хиджамы, да? А вот после хиджамы, вот пройдет чуть время, там бывает 3 дня, там неделя, там 2 недели, потом он начинает рассказывать. У него так было, там пропало, лучше стало. То есть вроде сейчас он говорит, что у него зрения проблем нету, например. Мы тоже сейчас поставим, сделаем хиджаму. Он может потом поймет, что да, у него какие-то были проблемы. Он скажет, там ночь плохо видел, там иногда там не мог там телефон читать. Ну, таких случаев полно у нас бывает на практике. Поэтому бисмилля, начинаем. Даже психологические проблемы решаются, Да. да? Ну, бывает, что человек по ночам, например, в темноту боится один ходить, да, вот. У меня сколько случаев были. После хиджам, особенно вот голова, у него все это проходит. То есть у него страх уходит все. Понимаете, да? Это как бы через 2 недели он сам расскажет. Рассказывай, что делаешь. Да. Да даже просто самочувствие улучшается, энергии больше становится. Как бы человек трезвеет, как бы, знаете, всю жизнь жил во сне, а тут очнулся. Так, когда работаем, сильно не надо. То есть, да, вот смотрим, поменьше банок, да, банка. То есть, чтобы пациент должен сидеть как бы не в боли, да, чтобы боль не была как бы спокойно. Как объяснить-то, что? Спокойно, да, расслабленно. Да, расслабленно. А когда сильно натягиваете, конечно, начинается боль. Чтобы не чувствовал дискомфорта. Да. Вот сначала вот поставили, не особо сильно, правильно? Как самочувствие? Да, вроде пока нормально. Вот пошло уже покраснение. Не интересный опыт. Вот такие зоны. Да? Стянуло. Вот это? Вы все как бы, ну непривычно же. Ну, непривычно. Я тебе это делаю как бы не особо так сильно. Но немножко придется терпеть. Бывает, пациент теряет сознание. Это ничего страшного. Прямо вот отключается полностью. Ловите, если что. Да, вот в таких Мы тебя моментах мы поймаем. спрашиваем, да, Поддержим. как самочувствие. Ну, пока Ну, да, ничего. вот потом расскажет, да, мне плохо там. Уже зовешь там помощник, держи, короче, за руки, чтобы он не упал. У меня были случаи, что падали люди. Как бы отвернулся, смотрю, на пол валяется. Так что надо смотреть, ребята. Ну да, а то мало ли это Непривычное ощущение. самой банкой расколется, чем-нибудь себе там еще проколет. Это на Надо глаз. ловить. Вот эти виски хорошо стимулируют зону глаз, зрения, Да, да? это зрение. Вот прямо вот здесь ставится. Поменьше баночки, это зрение, да? И вот эти точки, 3 точки, как бы идет на зрение. Поэтому. И также нельзя долго, чтобы вот держать 15-20 минут. Ну, минут 5 максимум. Это достаточно. Так, спрашиваем теперь. Как у вас самочувствие? Конечно, ему неудобно сейчас. Да, дискомфорт какой-то Дискомфорт определенный, будет. но Определенный дискомфорт будет. черепушка так никогда не деформировалась, грубо говоря, с кожей. Сейчас я сфотографирую с 3 ракурсов. Пульс. И когда режем кожу, запомните, никогда, ну, желательно, не то, что желательно, ткань нельзя резать, да? Только кожу мы скрываем, царапненькая как бы. Если мы доходим до ткани, там глубоко там режем, получается, мы берем уже рабочую кровь. То есть у человека есть кровь, которая рабочая и нерабочая. То есть мы должны стараться брать нерабочую. Так, бисмилля, начинаем.
Надо посмотреть, как это подрезать будет в рисках. Ой, хорошо, так сразу же. Вот, и снял, и сразу. Чувствуешь хорошо, да? Ага. Не больно? Ну, я тебе больно не буду делать. Так как, учились вместе? Ничего страшного. Вот. Очень не больно вообще. Дайте пистолет. Так, смотрите, ставим банку. И сразу потекла. И видите, вот кровушка. Черная кровь, да, вот здесь. Да, вот да, а, два пятна бокам, прямо. По бокам как бы посветлее. Сразу видна разница, да. Видите, мы глубоко не режем. После того, как мы сделаем, да, чтобы шрама вообще не было. Обычно вот кто делает, после них шрамы остаются. Вот. Подтянули. Вот пошла. Ну, уже когда с кровью тянешь больше, чем до этого. Да. Ну, в конце мы позже дотягиваем. Когда уже вот, бывает, если больной вот приходит, вот бывает, что банку ставишь, в течение там 5 секунд полный. То есть, вот разница, видите, свет, да? Здесь посветлее, это черный. Ну как самочувствие? Пока хорошо. Все хорошо. Здесь вот чувствительнее. Ну здесь, видишь? Ну, как бы неприятно будет, конечно. Не больно? Ну, не больно, но так, интересное ощущение. Как будто царапает кожу. Как кошечка. Кошечка чуть-чуть царапает. Коготками тогда, чик-чик. Ну, как бы это, с непривычки-то. Так. И цель здесь не должно быть, вот, что много кровь брать. Угу. Есть люди, которые я знаю, стараются вот с человека как минимум литр-полтора кровь брать. Да, да, есть такие. Но они режут ткань. И глубоко, и ширина где-то около сантиметра. Так что такими делами... То есть ширина надреза около сантиметра? Да, такими это, делами да, это, конечно, занимайтесь. Это перебор уже, да. Тут надрезик такой, миллиметр два примерно. Так, с этой стороны попробуем. Там он стекает. Здесь надрезаем. Вот сразу, кстати, заметно. Видите, разная кровь, да, по цвету здесь и здесь. И вот в этой банке пошла испарина, видите. На самом деле уже проверяли, в том месте, где мы ставим банку, да, повышается температура до 38 градусов. Соответственно, вот температурой тоже организм собственным иммунитетом убивает бактерии, вирусы, которые вот в этой зоне попадают. Да? То есть мы для чего сначала ставим банки, вот пока еще на сухую, да? Чтобы за счет гиперемии сюда иммунитет подогнал все вредное, да? Тут вот уже больно ему стало, да? Стянуло кожу. Он подгоняет сюда все вредное из организма. Потом ставим банку и с кровью уже это все вытаскиваем. И плюс еще дополнительная температура там все убивает. Пока все хорошо идет. Вот смотрите, после надреза незаметно даже шрама, да? Вот так и должно быть. Да. Поэтому ставится и даже на лицо. И есть так, процедура отдельная, косметологическая хиджама, да? Да, мы делаем на лицо.
Сделаем ему? Не-не-не, вот я делал как бы, да? В основном, это конечно, подташнивать начинает. Хотят женщины. На лицо косметологическая хижама какой эффект дает? Омоложение. Омоложение, подтяжки кожи, да? Ну, морщин не бывает после этого. Да. Как бы... Ну, регенерация ткани ускоряется и, соответственно, вот все омолаживается. Подташнивать начинает чуть-чуть. Ну, держитесь. Держусь. Это просто что это, может быть такое, прямо чувство где-то так, да? Ну, если там, вот смотрите, еще один нюанс. Когда будете кровь снимать, надо профессионально, да? Что значит профессионально, когда будете снимать, чтобы ни капли крови вот, не потекло мимо. Не потекло, вот видите, вот это раз, два. Держите вот сзади, закрываете вот так. Да-да-да. Закрываем ниппель. Да, ниппель закрываем и сюда выливаем. И также этой салфеткой обратно чистим. Видите, вот так. Все, и ставим. Жарко ж прямо. Ну, процесс идет. Ставим в том же месте. Сейчас уже новую банку ставишь, да? Да, нет. Нет, в том же месте ту же банку поставили. Да. И здесь, с этой стороны тоже вот берете. Смотрите, смотрите. Открываете. И также пальцем закрываете. Обычно у меня тут с собой кармашки. Насос в карман кладешь, да? Да, все это с собой держу. Таким же образом снимаем банку. Да, вот. Раз, два. Что называется, ни капли мимо. Не должно быть. Филигранная работа. Это есть профессионализм. Да. Потечу. Да, если ты откроешь, сразу потечет во все стороны. Ну, есть метод. Я как делаю, вот открыл. Видите? Вместе со всем этим я двигаю сюда. Так, у него немножко повернуть голову. Не надо наклонять. Подхватили. Не ту сторону наклонил. Да, не ту сторону наклонил. Ну, ничего страшного. Рефлекторно, да, хочется удержаться в обратную сторону, надо в другую сторону. Перекись попрыскали, стерли остатки крови. Но у него страх. Видите, у него вот пот пошел, да? Тепло. Из-за того, что он, ну, хочет, но все равно страх внутренний, я не знаю, как объяснить. Подсознание, да. Да, это первый раз. Но второй раз, когда он вот эту вот пользу от хиджамы почувствует, да, он второй раз будет вот от души делать. Первый раз все равно есть страх. Из-за этого люди теряют, там падают, потом поднимают. Запомните. Самое больное место, да? Да, человек. Сейчас будем сюда делать. Терпишь? Угу. Я просто ему делаю по-свойски, как однокурсник. Учились долго в академии. Вместе друг друга ломали, массировали, пинали. Считаю, что побратались уже, да? Чуть ли кровью не обменялись. Давайте сфотографирую так. Подожди. Ну-ка, стой. Отлично. Еще один ракурс. Отлично. Так, также вот. Раз. Два. Сняли все чисто. Сколько времени они должны стоять? Ставить сколько времени? Мы смотрим.
Вот. Подтянули под туник. Вот. Можете искать здесь, вот видите, уже кровь остановился. Сейчас вместе крови, да, что входит? Это спазма? Или как называется? Сукровица. Сукровица. Вот сукровица. Сукровица — это для того, что остановит кровь, да, это? Угу. Значит, смотрите. Можно сказать, у него здесь все. Мы закончили. То есть уже сукров вышел, не стоит дальше держать, смысла нет. Угу. Вот этим мы заканчиваем. И вот баночку вытираем. Убираем. Смотрим с этой стороны. То же самое почти. Вот видите? Это значит уже все. Если продержите, будет вот как выходить. Герпес, да. Герпес. И кожа будет лопаться там. Вода появляется. Да, да, да. Будет некрасиво, тем более на лице это, на голове. До этого не доводим. Сейчас тоже уже нету, да, закончилось. Да. Все. Можно снимать. Следующий сеанс дня через 3-4, да? Ну. Можно так 4-7 дней, да? Uh-huh. То есть, если человек больной, то есть у него как бы внутреннее черепное давление, там всякое, да? То есть как бы будете лечить. Просто если человек как пришел, ну как бы для профилактики, когда они разделали, все, он ушел, там проблем нет. А именно с каким-то болезнью, то есть, да? Тогда уже придется лечить. Банка упала, не боимся, да, просто стираем. Ну, пациент должен был чувствовать и подсказать. Да, и подсказывать. Да. Я ничего не чувствовал, стояла и стояла. Ну, вот, вытрите мне, пожалуйста, нос и руки. Да там чистился, как положено. И спокойно работал. Да, поэтому бреем, да, чтобы присосалась лучше банка. Если только там будет человек там где-то в президентском аппарате работает, то есть не сможет побриться. Тогда можно каким-то другим образом за хорошую сумму сделать. Салфетку, да? А так, как бы не стоит. Вот. Ну, как бы нежелательно. Я сколько пробовал, как потом... Через волосы вот, нежелательно, да? Да, тесть вот это делаешь. Ну, все равно с медом делаем. Например, если вот у него спина волосатая, да, вот тут же тоже... Не будет банка держаться. Тогда можно использовать мед. Но, допустим, здесь можно, да? Да, тоже можно, да. Так же делали. Ну, мне попробую. Так ставили на высоной покров. Вот, у вас там не особо, значит, получилось. Ну, в принципе, у него тоже уже все здесь. Особо. Все, уже снимаем. Процедура подходит к своему завершению. Ребята, не надо бояться, ничего больного, все замечательно. Все вот, вот человек в первый раз в жизни делает, да? И он вам рекомендует. Сейчас вот все банки снимем, он тогда почувствует вот легкость. И уже почувствовал. Ну, сейчас, когда снимется последнее, тогда, наверное, сейчас пока. Ну, во всяком случае, такое ощущение интересное после этих банок. Я потом скажу. Получается, несколько раз нужно, да, ставить? Ну, бывает 2 раза, 3 раза, 4 если пока выходит кровь. А, пока идет, да? Идет. Это так, уточнительный момент. Вот у тебя, видишь, черная кровь здесь, да, чернота, это на лбу. То есть, скорее всего, у тебя вот это внутренний страх все пройдет после всего. Хорошо. Понял. Ну, потерпи, здесь продолжаем будет. Процедуру, да, вот на голове. А что, ты еще будешь, что ли? Остались. Нет. Ты же мне уже резал там. Нет. Это вторая зона, зона улучшающего зрения. И мозговую деятельность. Вот говорят в народе миф такой, что нервные клетки не восстанавливаются. На самом деле при хиджаме восстанавливаются. Это хиджама как
Я у нас, как говорю, это как молитва. Кто не молится, тот не познает, то есть не почувствует вот эту сладость, да? И кто не делал хиджаму, он не знает. Вот это вот. Это словами не объяснить, конечно. Ну, как бы чувство очищения, да? Да. Обновление организма. Обновление там. И головное. Свежести, как бы такой, да? По-другому работает. Ну, должно лезвие чувствовать, да, вот. Каждый надрез. Легонечко, легонечко. Надо долго практиковаться. Ну, сначала, искусство, филигранность. Сначала, конечно, будете немножко бояться. Девочка. Пожалуйста. Я уже забыл. Надо это на ходу. Ну, вот эти точки особые, да? Ой, что-то, да. Что-то это. Не падает? Не падает. Мне уже кажется, что падает. Эти вот точки на зрение. И как вот эти вот передние, тут не полушария мозга, да? А вот именно вот. Ну, какой раз подтягиваешь, да, здесь на будто? Видишь, потому что тут немножко пропускает воздух. Ага, ну да, чтобы не шандарахнуло. Видишь, почти у тебя вот левая сторона почти полная, да, вот сейчас. Мы поменяем. Раз, два. Ой, как хорошо-то, а? Три. Угу, ладно, внутри. Скрутилась, как пиявка. Ну, это как сворачивается же кровь. У кого там, не знаю, вот головные боли сворачиваются. Угу. Как встать? Вот так? Вот так есть. Это самое такое место. Давай чуть ниже. Вот с головой лежа как бы брать очень неудобно. Обычно я вот не как сейчас на нас смотрит, да, вот табуретка этим. Вот садится на эту, держится. Если будет падать, как бы. За спинку держится, за да. За спинку, да. Уральские парни не падают. Не видел уральских пельменев, как они падают, знаешь? Пельмени-то это. Это пельмени. Злить человека, да? Вот с правой стороны хорошо кровь уходит, а с левой стороны вообще нет крови, да? Тогда мы делаем вакуумный массаж. Вот, полностью. Понимаете, да? Потому что вот право, вот лево идет обильный кровь, а на правом нету, да? Вот это уже... Ну, вот заметна разница, да. Вакуумный массаж, в смысле, просто ставить банки, да, джаму. Прежде чем делать, конечно... Вакуумный массаж. Вакуумный массаж мы вот это... Маслом помазали. Маслом надо, маслом. Да, маслом и потом вот двигаем по всему голову и также в теле. Угу. То есть я вот на практике как бы встречал таких очень много. И помогает. Угу. Видите, вот после хиджамы здесь вот шрам не увидите, да? Можете снять поближе. А, насколько тонкие прорезы, да, что вот, даже нет шрамов. Вот. После хиджамы даже. Как будто их нет. Не осталось, да. Вот очень четко видно. И с этой стороны тоже что посмотрите. Нету. Давайте я поверну голову. Надо? Не надо. Да не надо. Прям видно, что очень чистая работа. Поэтому можно на лице ставить, и ничего не останется. Никаких шрамов. Я на лице поэтому делаем. Тоже это незаметно. Ничего страшного. Пошла. Давайте. Вот это о чем говорит? Пошла сукровица. Вот нажмите вот так поближе. Да. Резкость. Вот. Сквозь банку, чтобы посмотреть, вон она. Это значит, что все,
Светленько, да, значит, заканчиваем процедуру. Да, можете поближе снять, я сейчас буду откуда. Да, снимаете, да? Да, снимаю, да, чтобы было видно. Так, смотрим, смотрите. Вот. Так же, как открываем баночку. Видите, что мы видим? Вот скроется, да? Угу. Все, это значит, что там крови больше нету, грязных. Да, видно, видно, я нажал. Вот. Все очень четко видно. Все, убираем. Перекись, да? Так, ну и наконец завершение процедуры, да. Завершение. Перекись водорода обрабатываем. Обрабатываем вот. Перекись водород. И таким образом, как бы тут особо чистить это ничего не надо. И потом еще маслом черного тмина. Да, черный тмин, либо оливковое масло. Оно же у нас есть. Оливковое есть. Так, у меня есть, сейчас покажу. Черный тмин. Где вот этот, руками я просто покажу. Да, оливковое масло. Да, вот. Обычно можно и ватой, в зависимости, какой клиент, если хороший клиент, ватой, черным тмином, если не такой средний клиент, можно оливковое масло, если совсем не такой клиент, можете растительное масло. Или вообще не смазывать. Конечно, все это шутка. Ну вот. Оливковое масло пойдет. Так, бисмилля. Как чувство? Хорошо. Или самочувствие? Прекрасно. Ну что я тебе вам сказал? Ну скажи, все нормально, да? То есть как-то. Нет, все замечательно. Воспрял духом. Супер был. Легкость почувствовал. Как бы сказали в Москве. И вот сколько грязи, да, накопилось там. На свет лучше, на свет. Так, чтобы видно было. Чернота прямо, да? Да, ну тут как бы цель-то у нас не как много брать, да? А вот брать самую вот ненужную кровь. У нас это получится. Отлично. А потом, допустим, 5 раз поставили, потом 6-й раз уже кровь не идет. Скроется, когда пойдет, тогда да, убираем. Скроется, пойдет, уже все тогда закончится. Да. Нет, я не говорю, что вот первый раз. Я говорю, там 5 раз поставили. А, сеансов ты имеешь? Рахиджамы, да. Для сеансов, роста волос. Поставили если, как раз на лысину. Вот видите, кипит. Если лечить, например, давление, то минимум 3 раза. А если для профилактики, вот полностью там 1 раз, это на год человека хватает. То есть, примерно. Но я себе делаю в год там, может, 3, может, 5 раз. Как попадет. То есть я почувствую, что мне уже вот организм требует. Пошел, сделал, дальше пошел. А вообще кровь как-то показывает, этот цвет меняется в одних и тех же местах ставишь? Конечно, да. То есть сначала черный идет, делаешь второй раз, третий раз, там обнуляется, и вот нормальный кровь пойдет. Так, ниже спускаемся, голову ниже, 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 еще ниже, еще, по возможности, еще, дальше, вот. Почему так? Потому что отсюда брать легче. Ой-ой-ой. Видишь, как волосами. Лучше еще в перчатках, конечно. Хорошо, что мы попали не в ковер. Да. На ковер не попал. Видите, мы зато сохранили золотые волосы. С волосами сложнее, да. Вот, скоро вот, волосы сохранились. Покажи, покажи на камеру. Да, вот, вот сюда смотрите. Вот. Покажи сюда, какая это там вообще пиявка такая желеобразная.
Вот сейчас чернота. Угу. Не жижишь. Он жижа. Вот это все головная боль. Угу. Которая хочет волосы. Больше не захочешь. Больше не захочешь. Нет, не захочет. Напомни, не захочет, ты же волосы иметь. Головная боль, не захочет волосы иметь. Еще раз поставим. Да, есть. Перчатки пойдем. Алки же надо. Нет, вы работаете, а теперь письма не один. По-моему. И где моя голубая кровь? Это волоски пропускают. Воздух вот он немножко там бурлит. На, качай. Или FS Pilsen, по-моему. FS Pilsen. FS Pilsner. У греков особенная кровь, да? Вот, так, давайте вот подкачиваем, смотрим, подкачиваем. Да? Сперва у него уходил черный кровь, второй раз голубой. Вот сейчас уже красный, видите? Да, алая кровь пошла. Это есть, что он грек. Я уже больше не пойдет. Давай, давай уже снимаем. А соковицы-то ведь не было, да? Еще не, вот можно вот пониже. Да. Вот почему с волосами неудобно, я понял почему. Не то что неудобно. Просто сансей пошел на уступку, смотрю. Но получилось, да? Получилось, да, все отлично. Как твое состояние? Нормально. Облегчение есть? Все хорошо, да?